1913 год кардинально изменил жизнь Прокудина-Горского. По предложению крупного нефтепромышленника Леонозова был основан торговый дом «Прокудин-Горский и компания». Несмотря на то, что в названии фирмы было включено имя фотографа, он стал скорее техническим ее сотрудником, чем руководителем. Затем торговый дом был преобразован в акционерное общество «Биохром», собственностью которого стали фотомеханические мастерские Прокудина-Горского, а также его коллекция, состоящая из 3500 трехцветных негативов. Однако, несмотря на то, что Прокудин-Горский фактически стал служащим в акционерном обществе, он все же занимал привилегированное положение и сохранил возможность совершать поездки по Российской империи. Однако предполагавшаяся шестая поездка в Туркестан так и не состоялась. Годы войны стали наименее продуктивными в творческой биографии Прокудина-Горского. Фактически ему пришлось жить за счет конструктивных разработок старых снимков, поскольку он лишился возможности поездок для съемок за государственный счет. Количество публичных демонстраций цветных снимков также резко снизилось.